Ох, ё-моё. По мне стреляют. Да. Да, нехило. Так, а теперь... Ой, ни хрена. Ни хрена не видно. Ух ты ж. Охренеть. Последняя аптечка. Угу, зашибись, гуляем. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человек. Да ёпты. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только наш... Может вам... Да какого хрена, блядь? Боже мой, я просто не понимаю, какого хрена по мне попадают?
Фух. Вроде бы пронесло. Ну, только вроде бы. Солдаты Красной Армии. Скотина взял, испугал. У вас нет больше патронов и продовольствия. Ваши командиры и вожди бросили вас. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав. И сейчас они используют вас только для того, чтобы защищать свой пошатнувшийся режим. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только... И половина ни хрена не понимаю. Кто, где, чё, кто, зачем, чё, чего орёт. Блин, ещё противогаз заладил. Так, а тут что такое у нас? Ах ты ж! Ай, ё-моё, сраная коробка. Фух. Так. И куда это спуск? Я что-то нашел новенькое. Ну, сейчас попробуем вот эту штучку. А то мало ли кто там внизу. Что тут ничего, что ли, загонишься? А. О. Да ну нахрен. Так, снимаем. А я думал, там какой-то там халява какая-нибудь, может, будет. А оказывается, нет. Халявы никакой не будет. Армию Рейха!
Сори, бро. Это типа только своеобразный инвиз. Вроде бы и все. Да, пацаны? Да. А что это у нас отъедет? Ну ладно. Да ну, да ты гонишь. У нас раненые. У нас потери. Руки вверх. Этот дьявол, будь проклят. Да, сучка, я сам дьявол. А я думал, наоборот, прибавляются. Так, друзья. У нас пока тут вроде бы все по Фрейду. Спасибо, братья. Ух ты, а у меня же аптечек нет. Придется выкуривать пацана. Давайте напряжемся. Вроде бы все норм. Что-то у них тут с мозгами что-то полностью хреново. А ты что за хлопчик? С
Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. МЧС? Не важно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Да не на что, братаны, сюда, пожалуйста, ё-моё. С вас 500 тысяч долларов. Или пулик, как хотите. Так. Чё все время такое-то? Надо от этой дурацкой крючки избавляться. Блин, мне бы аптечку, братюнь. Тут у нас чё? Даже знать не хочу, что там. Спасибо, братан. Давай, кореша, пойдем, ё-мё. Солдат ребенка не обидит. Друзья, я не против, если я закурю, спасибо. Когда я говорю, не курите, курение вредит вашему здоровью. Так. Блин, а куда мне тут вообще? По идее, надо было канифолить-то. А давайте посмотрим. Сверимся. А, в туннель. Пойдемте к этим голодранцам. Там тоже товарищ сидит из Рейха. Так, я ничего не пропустил, точно? Нет, ничего не пропустил. Балалайка. У немцев была лайка. Опа, аптечка. 4 аптечки. А можно таскать только 5. Интересно, дальше будет. Можно будет там поболее таскать аптечек. Надеяться, что можно. Так. Ах ты ж твою мать. Ух ты. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да, это очень познавательно все. Ну что, друзья, думаю, прослужу в следующей части. Всем спасибо. Всем пока.